Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные, удобные условия по займам. Сегодня в Центре традиционной тувинской культуры прошел конкурс среди дошкольных образовательных учреждений. Так, по словам организаторов, дата проведения мероприятия не случайна. Буквально на прошлых выходных республика отпраздновала День отца, а в это воскресенье будут отмечать свой праздник мамы. Конечно, вот такие конкурсы, когда участвует мама, папа и ребенок данной семьи, укрепляют семейные ценности, семейные отношения. Они более... Вот друг друга узнают более, да, близко, более вот дружелюбно, так скажем, то есть между отцами, мамами, папами, да, вот данных семей, то есть между членами семьи, конечно, создаются уже другие связи, где-то они проявляют себя вот в другом немножко ракурсе, да, чем в семье, допустим, или на сцене, то есть вот это способствует именно укреплению семейных ценностей и отношений. За звание самой лучшей семьи соревновались 14 команд. В задание вошли несколько пунктов. Первый из них – это визитная карточка. Среди участников были и интернациональные команды. Семья Алдынай и Кюнет Чичкановых решили участвовать в мероприятии еще несколько недель назад. Дочь пришла из детского сада и рассказала о конкурсе, где все должны быть в национальных одеждах. «Как тут откажешь ребенку?» – признается глава семейства. Вот в том-то и дело, что другой национальности я бы хотел узнать поближе культуру этого прекрасного народа. Я уже здесь живу много лет, и также очень интересует меня их культура, их традиции. И мне очень понравилось, и именно поэтому хотел еще выступить. Ну и еще жена моя, дочь, вот и они, чтобы тоже не забывали свою культуру, дальше продлевали. Далее участников оценивали на знание устного народного творчества. Задание – отгадать загадки и часть поговорок. Кроме того, мамы показали мастерство в искусстве прядения из шерсти. Тем временем дети продемонстрировали умение играть в кости кожик. Также семей оценивали и в номинации «Талант». Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей и ответственного родительства. 20 ноября состоялось заседание наблюдательного совета Государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства под председательством Сергея Степашина, информирует Департамент внешних коммуникаций и связи с общественностью ЖКХ. В рамках заседания заместитель генерального директора фонда Олег Рурин выступил с информацией об итогах реализации субъектами России региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Он сообщил, что с 2008 года расселено около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Переселено более 1 миллиона человек. Остаток с учетом планируемых изменений по площади аварийного жилищного фонда составляет более 560 тысяч квадратных метров. По численности переселяемых граждан более 34 тысяч человек. По данным субъектов Российской Федерации, из 25 регионов, не завершивших программу, 17 реализуют ее в полном объеме до 31 декабря. Не завершат программу до конца текущего года 8 субъектов. Это Республики Тува, Карелия, Приморский, Забайкальский края, Ивановская, Иркутская, Костромская и Тверская области. Всего остаток нерасселенной до конца 2017 года площади аварийного жилья составит более 92 тысяч квадратных метров. В Туве патрульные группы ГИМС проводят профилактику в рамках акции «Безопасный лед». Накануне 132 патрульные группы провели профилактические мероприятия на водоемах, туристических базах и образовательных учреждениях республики. На особом контроле места массового выхода людей на тонкий лед рек республики. В первую очередь это Саяно-Шушенское водохранилище и река Енисей. Также профилактические беседы проводятся с рыбаками на водоемах. Отмечается, что основное внимание уделяется детской безопасности.
Госдума России одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном приближении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Как отметила заместитель министра труда и социальной защиты России Любовь Ельцова, законопроект предусматривает установление с 1 января 2018 года МРОТ в сумме 9489 рублей или 85% от фактического прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года. С 2019 законопроект вводит постоянный механизм установления МРОТ на уровне 100% фактического прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года, сообщила замминистра. Абсолютное значение МРОТ будет ежегодно устанавливаться федеральным законом. Она также отметила, что законопроектом предусмотрена норма, что в случае снижения фактического прожиточного минимума величина МРОТ не будет уменьшаться, сообщает российская газета. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 1 копейка, евро 69 рублей 40 копеек. Берем холодильник, стиральную машину, микроволновку. Ба, так много? Черная пятница в РБТ.ру. Так LED-телевизор Samsung с диагональю 123 сантиметра всего за 29 990 рублей. РБТ.ру. Муниципальный жилищный фонд города Абакана представляет жилой комплекс «Арбан-Сити» в новом районе Арбан. Школа, детские сады в шаговой доступности, большая парковая зона, торговые центры, многоуровневые парковки. И, конечно же, квартиры класса «Комфорт» в кирпичных пятиэтажных домах. Объявляется начало приема заявлений на бронирование готовых квартир «Комфорт-класса» в новом жилом комплексе «Арбан-Сити». Накануне в правоохранительные органы Тотжинского района Тувы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении тела 10-летней девочки с резанными ранами шеи. По данному факту региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». В совершении преступления подозревается 44-летний отец малолетней потерпевшей, который уже задержан. В настоящее время по уголовному делу следственными органами подозревается 44-летний отец малолетней потерпевшей. Проведены осмотр места происшествия с изъятием вещественных доказательств. Для установления причины смерти малолетней потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. И по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. В Туве проходят Дни молодежной науки. В рамках научных мероприятий сегодня школьники городских образовательных учреждений смогли поделиться своими научными трудами со сверстниками. На этот раз ежегодное мероприятие проходило на тему экология. Так, учащиеся президентского кадетского училища рассказали о снежных барсах и принципах сохранения их популяции. По словам организаторов, подобные мероприятия нужны для того, чтобы школьники ознакомились с методологией научных работ. Также такого рода конференции помогают учащимся определиться с будущей профессии. Первоначально мы проводили много лет только со студентами, аспирантами, учеными приглашали. В том году мы охватили студентов средних специальных учебных заведений города Кызыла, а в этом году мы пригласили школьников города Кызыла. Пригласили для чего? Для того, чтобы ребята со школьной скамьи уже могли получить какой-то опыт публичного выступления и освещения своих научных работ. В последнее воскресенье каждого месяца преподаватели кафедры иностранных языков Тувинского госуниверситета проводят бесплатные занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку для учащихся 9-11 классов школ республики. Занятия будут проходить в здании филологического факультета. 26 ноября школьников ждут на очередное занятие мастер-класс. За 10 месяцев текущего года бригадой врачей проекта «Маршрут здоровья» был осуществлен 21 выезд в 14 районов республики, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Тувы. Специалисты обследовали около 7 тысяч пациентов, провели 557 маммографических исследований и более 1000 УЗИ. В результате обследований высокотехнологической медицинской помощи было направлено 5 пациентов, трое с пороком сердца, один с ишемической болезнью и один пациент с отслойкой сетчатки глаза. 114 пациентов были направлены на стационарное лечение в центральные районные больницы, 674 пациента на амбулаторное дообследование в различные медицинские учреждения республики.
24 ноября в Национальном музее состоится масштабное мероприятие «Гостиная этикета», посвященное приоритетному проекту Министерства культуры Тувы «Культурный человек, культурное общество». Мероприятие соберет под одной крышей все учреждения культуры, которые будут рассказывать об этикете, его важности и необходимости в наше время. Смотрите на шубу подруг и ждете, когда подарят? А зачем ждать? Вы легко можете купить ее сами. Магазин по всей России «Меховые традиции» заботится о том, чтобы любая женщина могла позволить себе покупку шубы. Для этого не нужно долго копить деньги или приплачивать огромные суммы по кредиту. Мы предлагаем взять шубу в рассрочку без переплаты и первоначального взноса. Стоимость шубы со временем не увеличится, проценты банку вам платить не нужно. А если удастся погасить рассрочку раньше срока, то стоимость шубы для вас получится еще меньше. Приходите на выставку «Меховые традиции» и выбирайте из тысячи шуб, а также модные жилеты, дубленки и шапки. На выставке представлены новинки сезона 2018. Для настоящих ценительниц эксклюзива – шикарные, благородные и изысканные шубы из норки Black Glam. А для модниц, которые следят за последними тенденциями, изделия самых разнообразных цветов. Высокое качество продукции подтверждено гарантией и сертификатами. Каждое изделие имеет чип, а на некоторых можно найти красный ценник со скидкой до 70%. Не откладывайте на потом и не ждите, когда подарят. Просто приходите и купите шубу с мечты. С 23 по 26 ноября город Кызыл, спорткомплекс имени Ивана Ярыгина с 10 до 19 часов. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, местами небольшой и умеренный снег. На дорогах гололедица. В Кызыле перемена облачность, небольшой снег. Ночью минус 20-22 градуса, днем минус 8-13. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране и Радане погода пасмурная, снег. Температура воздуха утром минус 21 градус, днем минус 15. На Полке пасмурно, идет снег. Температура утром минус 7 градусов, днем минус 5. В Танзыбее пасмурно, снег. Температура утром минус 6 градусов, днем минус 2.